Гнида. Да я вот хач раньше был самым крутым хачом на районе, сейчас. Че, сука, ебаная нахуй, гниль ебаная. Ты что, в ножки нахуй мои упала, ты? Какой хороший день, я лютый хач делал шаурма. Очень вкусный шаурма, какой же я счастливый. Я делал шаурма из человечина. Всем нравится моя шаурма, самая дешевая, самая большой. Without further interruption. Ай-яй-яй-яй! Значит, достал, значит, из своей сумочки договор, почему показал человек напротив. В договоре написано то, что вашу хуйню надо закрыть, потому что продавец не будет хач, который нихуя не может. Вы согласны? Также у вас куча нарушений. Допустим, вы мне вчера не положили 2 куска свинины. Я работал на цветах несколько дней, и за вас я не доложили свинины. Я не наелся и мог умереть, поэтому я закрываю вас нахуй. Вай, братишка, здорово, как дела? Какой шаурма, какой лаваш? Соус, не соус. Зачем закрывать мою шаурмичную? Всем нравится, всем вкусно. Шаурма дешевая, большой шаурма. Выбирай любой, не закрывай, пожалуйста. В общем, я вам показал, в принципе, документ и рассказал причину закрытия вашей богадельни, поэтому будьте добры, я сейчас поставлю вот тут печать. Вот, пожалуйста. Закрывайте шаурмяч. Вот, печать на вашем лице поставлена, поэтому всего доброго, ебучий хач. Так, все, я поехал собирать цветы.